входной двери. Защитный код. Откройте кодовый замок. Тогда грядущий дверной вход ключ электронный распахнет. Старых времен площадки марш. Первый этаж, второй этаж. Однако, впрочем, емкий стаж. Тут все реально, не мираж. Еще повыше, будь здоров. Двери квартир без номеров. Тут все понятно и без слов. Здесь номеров нет от воров. Дальше в квартиру, чтоб зайти, тут три замка, опять ключи. Замки ключами отопри. Все поэтапно, заходи. Стальные двери, будто бронь, к деньгам тут чешется ладонь. В квартире бытовая вонь, ворюга собственность не тронь. Добра в квартирах завались, где нищета, где зашибись. Единым образом сошлись, на славу люди нажились. Кидайся, вор, на все пожитки, обкрадывай людей до нитки. А для ворюги это слишки, и жизнь его одни лишь риски. Очистить, попытаться все, берет как будто бы свое. Но он-то знает, не его, а все равно берет варье. А что замки? Это не сейф. Отмычка входит нараспев. Вор не считает это грех. И это, люди, вам не блеф. Храните деньги в банках, люди, в рублях российских или в валюте. Сбербанк надежный всякой сути. У вас там, в общем, не убудет.